Вечер спорта накануне прошел в Бабаюрте. 350 человек приняли участие в турнире по грэпплингу и смешанным единоборствам ММА. Спортсмены всех возрастов состязались за звание лучшего, каждый в своем весе. Подробнее в материале Камиля Девятова. В Бабаюрском зале яблоку негде упасть. Спортсмены, гости республики и болельщики. Зал полон любителями спорта. Для будущих чемпионов это первый опыт. Здесь ребята закаляют свою силу воли, характер, набираются опыта. Соревнования проводятся по двум дисциплинам – спортивная борьба, грэпплинг и ММА. На трех коврах идут нешуточные противостояния. Бабаюртовский клуб «Анаконда» представляли воспитанники Заура Жантиголова. Он родом из Кабардино-Балкарии, но уже 12 лет живет и тренирует бабаюртовцев. За это время ему удалось воспитать 8 чемпионов мира. По словам тренера, на достигнутом останавливаться он не намерен. У меня выступает здесь чемпион мира Жубаилов Салим, Абакаров Мурат. Сколько ваших учеников вашего клуба выступало здесь и по грэпплингу, и по ММА? Больше 50 учеников, брат, выступают. Также будет выступать по профбоям, будет делать суперсватки. Очень такой быстро развивающийся вид спорта, грэпплинг и ММА, это, как бы скажем, не только в Дагестане, не только в Бабаюрте, но и по всему миру, как бы скажем. Да, вот. И инициатором, конечно, этого турнира является Жантиголов Заур, тренер-преподаватель детской юношеской спортивной школы. И вот поддержкой, как бы, инициативу его, как бы, и совместно с главой нашего района Эльдар Гусейнович Каргишиева, мы вот проводим уже четвертый раз вот этот ежегодный турнир. Любительские соревнования плавно перешли в профессиональные поединки. 3 суперсхватки по грэпплингу и 5 поединков по профессиональному ММА скрасили спортивное событие. В весе до 84 килограммов в суперсхватке пояс чемпиона достался хасаюртовцу Рустаму Хасгаджиеву. Долго зачесался, я пытался несколько раз провести. В конце, наверное, подустал, казалось. Порадовал земляков местный грэпплер Салим Зубаиров. Большую часть времени, работая в гарде, Салим производил попытки болевых приемов. И вот результат – уверенная победа. Чувствовалась, конечно, ответственность перед родной публикой. Собрался в свои силы, альхамдулилля, получилось выиграть, сделать свое. Не попался на чужое. Благодарю всех организаторов, конечно, своего тренера Заура Жантиголова за такой вклад в развитие грэпплинга и ММА в нашей республике. Профессиональные поединки запомнятся публике надолго. Спортсмены демонстрировали навыки ударной техники и мастерство партера. Ни один из поединков не дошел до судейского решения. Я очень рад, что вот все поддерживают меня. Я давно не тренировался, только что начал. Раньше тренировался, чемпион России по штанге. Сейчас неделю назад начал тренироваться обратно. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Бабаюрт.